Ну, для нас хорошие игры. Готовились к этому выезду. В принципе, до этих игр провели дома две товарищеские игры с Иртышом, с командой мастеров. То есть для нас это как такое, скажем, очень хорошая работа была. Парни почувствовали скорости хорошие там. Плюс потом 3 дня было на подготовку. То есть маленькое сочетание наиграли, то есть новые какие-то схемы, то есть под этот выезд. Ну, здесь, в принципе, это все прошло. Парни, то есть, выполнили практически все, что мы от них просим. Ну, состав, да, конечно, что у нас, да, посильнее, конечно, исполнители. Где-то, может, и постарше ребята. Но в любом случае, парням хочу сказать только большое спасибо, что они здесь отыграли обе игры от начала до конца. Что они, ну, забивали хорошие голы, то есть работали, работали все 60 минут и в первой, и второй игре. Ну, спасибо. Хотелось бы поздравить соперника с победами. Обычно пытаюсь как-то заступиться за команду, но здесь у нас был тяжелый выезд. В принципе, очень тяжело мы отыграли 6 игр на выезде. Вернулись с этого сложного выезда. Очень плохое состояние командное именно и психологическое. Очень много ребят у нас заболело после этой поездки. В эти игры мы весь резерв бросили. Резерв как раз не разочаровал. Те мальчишки, которые пытаются попасть в команду, они что-то пытались сопротивляться, они пытались бороться с соперником. А те люди, от которых ждешь, что они будут добавлять с каждым разом, но у нас, видимо, все дело в психологическом плане, ребята не могут настроиться, от этого печально на них смотреть, от их собственного бессилия. Ну, страшного ничего не произошло. Из поражения сделаем выводы, расставим нужные акценты и будем двигаться вперед, потому что очень много работы у нас еще предстоит. Спасибо.